2500 фильмов было снято. Да. Продюсеры придумали такую викторину. Я буду начинать фразу, известную из культового кинофильма. А вы, если сможете, ее... Ну, она ж может. Продолжите. Ну, может Подождите, быть, Подождите, я не могу сосредоточиться ты сразу. Ты прыгала же. Откуда? Я не могу Северо-ста. Выдать информацию сразу. Мне нужно время, чтобы осознать все. Да? Я думающая артистка, да. Легким движением руки брюки превращаются... Брюки превращаются. Валиганты брюки шорты. Превращаются. Это совершенно верно. Другой фильм. «Все в Москву лезут». Как будто она резиновая. Будто она резиновая. Москва. Слезам не верит. Да. «Не учите меня жить». Ну, это вы знаете. «Не учите меня жить» лучше... Ну? Лучше помогите материально! Смотри, какая Москва слезам не верит. «Будь проклят тот день». Когда я сел за баранку этого... Пылесоса. Нам надо вдвоем. В паре будем работать. Кавказская пленница. Надо же, память какая. Ну и под конец. «Я злой и страшный серый волк». «Я в поросятах знаю толк». Это тремянная удача. Оттуда же «Сколько я зарезал». А сколько ты резал, да. Сколько душ каких-то там я загубил, душ да? Душ я загубил, да. Сколько Леон, душ Леон. Невинных или чего-то, да? Леонов, да, да. Да, класс. В общем, толк вы знаете, в общем, не только в «Поросятах», но и в кино, что вы доказали своей работой и своими вспоминалками сегодняшними чудесными. «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!» Ну, не отчаивайтесь. «Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ я загубил!» Ну ты чего, ты чего? «Не учи меня жить, лучше помоги материально». Но это еще не все. Легким движением руки брюки превращаются. Брюки превращаются. Превращаются брюки. В элегантные шорты. Простите, маленькая техническая неувязка. Это программа «Мой район».